Видео подготовлено интернет-проектом www.profilirovanie.ru, сайт о цветовой калибровке и построению цветового профиля для любого типа оборудования. В последних видео появился цветовой профиль Japan Color 2003 Web Coated. Он вроде бы и также Евроскала код версия 2, который в фотошопе, который при преобразовании входящего CMYK профиля в координаты lab дает более приближенные, более насыщенные цвета по красному цвету к фирменному цвету Coca-Cola, то есть дает более насыщенный красный цвет. Давайте их сравним с Fogra 39, который я как бы везде рекомендую. Давайте их сравним между собой. То есть Евроскала Coated версия 2, Japan Color 2003 Web Coated и Coated Fogra 39. Эти три профиля получили, скажем так, предпочтение при сравнении видеоролика о преобразовании CMYK координат при работе с RIP. То есть когда в RIP мы назначаем CMYK-овской картинке свой цветовой профиль. Вот эти вот три рекомендованы к использованию в RIP-ах на входе. То есть когда мы открываем картинку в RIP, в CMYK, там можно использовать встроенный в CMYK картинку, а можно назначить свой собственный цветовой профиль на входе. Это у нас вот здесь. Вот. Об этом более подробно расписано вот здесь. Вот это у нас персональный профиль построенный, а вот это у нас по умолчанию либо использовать встроенный use embedded profile, либо использовать профиль, который предпочтение отдается. Вот у нас используя встроенный цветовой профиль в картинку, который встроен в картинку, либо переназначать цветовой профиль наш. То есть мы можем выбрать наш профиль, и он будет предназначаться абсолютно всем картинкам. А можем также поставить галочку, что если в картинку встроен цветовой профиль, то используйте его. Но вот мы рассматриваем сейчас, что всем подряд переназначаем цветовой профиль. Итак, смотрим, что у нас получается. Нас интересует красный цвет. Но Евроскала Coated версия 2 я бы уже, наверное, откинул по одной простой причине, потому что в тенях она явно проигрывает. Видите, что с ней происходит? Она гораздо меньше, чем Fogra 39. То есть в тенях у вас будет с ней проблема. И вот они, красные цвета. В районе 49-53. Видите, они как бы в принципе все сходятся, но красный график дает более насыщенный, немножко, но более насыщенный цвет. То есть, в принципе, Coated Fogra 39 и Japan Color 2003 Web, они в принципе как бы, ну, идут синхронно. Единственное, что вот здесь вот чуть-чуть поменьше отличие в малиновом цвете. А вот наш фирменный цвет Coca-Cola. Черные точки. Ну, что могу сказать, что зеленый график Евроскала Coated версия 2 я бы не стал применять, потому что в тенях видите, насколько он зарезан. Дальше Fogra 39 в тенях гораздо лучше, гораздо больше. Так, в принципе, Japan Color 2003 Web Coated,
Ну, чуть-чуть дает более насыщенный красный. Чуть-чуть вот здесь вот. Но я бы не сказал, что кардинально. То есть здесь она уже пошла меньше. Видите, красный график за синим. То есть евроскола кого тут однозначно нет. Ну, потому что в тенях она очень сильно проваливается. Это очень плохо. Плотные черные насыщенные цвета печатают очень часто. Поэтому от евроскола код версия 2 надо отказываться. Теней у вас не... Насыщенный черный цвет у вас не будет, он будет зарезаться. Оттенки черного цвета. Темно-синий там еще какой-то. Вот такие вот в районе черного цвета. Там оттеночки такие максимально плотные. Их вы просто не увидите. Но серый график я просто привел так посмотреть, что он дает. Это у нас Japan Color 2001 Coated. Ну, не стал бы его. Это мы тоже убираем. И вот у нас пошли сравнение 2. Красный это Japan и синий это Fogra. Ну, тут уже вам, в принципе, смотреть, потому что где-то один лучше, где-то второй. До 50% в тенях лучше, конечно, Japan Color 2003. Он больше имеет цветовой охват. Существенно. Вот видите, красный больше, чем синий. То есть тени однозначно лучше у Japan Color 2003. А все, что выше 50% pull-up, уже, ну, даже больше 49%, больше 50, наверное, уже однозначно выигрывает Coated Fogra 39. Тут уже, я не знаю, светлые участки печатать с Fogra 39, а насыщенные плотные с Евроскала Coated версия 2. То есть тут у них идет явно разделение в светлых полутонах. Больше 50 пол-ап лучше Фогра, а в тенях до 50% пол-ап лучше однозначно Japan Color 2000 Web Coated. Здесь лучше он. Видите, красный график больше синего. Ну, решение остается за вами. Тут трудно что-либо порекомендовать. Можете поставить универсальный, либо универсальный, либо в каждом случае применять либо один, либо второй, либо Japan Color 2003, либо Coated Fogra 39. Но я сомневаюсь, что на практике кто-либо будет этим делать, поэтому вам надо такое принять стратегическое решение, с каким профилем работать. Но красный цвет по Photoshop, когда мы перерасчеты делали, смотрели, что получается, нам давал больше евроскола код версии 2. Но напомню, там координаты были 49, 77, 60, как раз до 50%. Как раз вот он до 50, вот евроскала код Japan Color 2003, извиняюсь, Japan Color 2003 до 50% pull-up, до 50 единиц pull-up дает лучше, больше цветовой охват. Поэтому Photoshop мы это и получили. Но повторюсь, здесь решение за вами. Тут как вы хотите. Если что-то универсальное, ну, трудно что-ли порекомендовать. Решайте сами. Всего хорошего. Удачи.